Пад, растут, расти кипят, ее в растута степенят. Почему про отца твердят, что он властный социопат? Гляньте-ка, вон та самая новенькая, любуйтесь. Лия, куда ты ночью уходила? Расскажи своей семье. Ни хрена себе. Лия сейчас расскажет вам, куда ходила ночью. Лия, ну давай. Куда ты ходила? Давай тогда расскажи. Вася, делай это как-то так, чтобы мы все поняли. Куда я ходила? Ну да. И можно сказать, я летала на шабаш. Почему из-за тебя я должен наказывать всех? Только... И чем тут остальные? Потому что мы одно целое, Лия. Лия просто любит, оказывается, гулять у нас по ночам и куда-то уходила ночью. Косяк. Ладно, это уже не шутки, да, ребят? Все. Конец. Лия, испечь торт, приготовить суп, на два дня готовить юрцу, говорить мой господин. О, да, боже. Два дня, говорит, Вася, сладкий мишка. Катерине, моя королева. Говорит, Максу мой прокачанный герой. Я закончил. А как вам фраза? Мой господин, но я не хочу готовить суп. Нет? Он холодный. Тут нет жизни. Я буду готовить с любовью. Бедная курочка, знаете, больше всех я люблю Вась Васича. Себя в жертву этому супу для нашей семьи. Даже больше, чем Катю. Блин, торт со взбитыми сливками, который я не поем. Он такой весь классный, такой весь серьезный. Он делает это круто, потому что это что? Город под подошвой. Это город под подошвой. Город под подошвой. Это город под подошвой. Мы будем в Татарстане, мы будем в Таджикистане, мы будем где-то там на Мадагаскаре, потому что это что? Город под подошвой. Это город под подошвой. Город под подошвой. Это город под подошвой. Потом у нас будет много, много Мадагаскара. Потом у нас будет, я знаю, в Афганистане, я смотрю в зеркало. Да что я натворил этим? Я сделал много батлов. Это все один город под подошвой. Город под подошвой. Это город под подошвой. Город под подошвой. Что за порыв, Катя? Что за порыв? А мне понравилось. По-моему, клево. Слышишь музыку? Да. Почувствуй ритм. Услышь музыку. Слушаю. Вот она. Она. Пусти в себя музыку. Пусти в себя. Запустила уже вовнутрь. Пустила? Да. Вот она. Вот свобода танца. Свобода танца, да. Посмотри. Давай, класс. Уф, музыка, танцы. Все хорошо. Ты отдалась музыке. Давай еще. Тарабарский рэп. От Вась Васича. Раз, два, три, поехали. Шоки ля парастон, а веги джиминен. Локи ми гарастон, мочеги фибинен. Оги ки гарастон, а ля мочегинен. Проктана шиполоком, факстана мегинен. Вочи ми лекастанан, мекенеш палегирен. Факичини гакстана, мокште палекирен. Что это? Моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, здесь правила одни и цель одна, бой. Моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра. Ты вот прямо сейчас знаешь же, что цепанул как бы не абсолютно правильно победы, но ты знаешь и вот... Мысли, контролируй себя, ёпта, за словами следи. Он провоцировал меня и дальше. Так постоянно я в нашем же стоял, доме. Молчал, никак не угомоняться два моих брата. Я не никак не на могу провокацию. Найти на них управу. А он сидел, никак они не могут померить говорил, своими достоинствами. Видел, никак не молчу, могут разобраться, как будто у кого до конца меня больше. Добивал. Пять минут, помиритесь те, кто в ссоре. Пять минут, разобраться, если строго. Даже в эти 5 минут можно сделать очень много. Пять минут, бой часов раздастся вскоре. 5 минут, помиритесь те, кто в ссоре. Друзья, поклонники, родственники, вы можете прийти прямо к нам на Новый год. Главное, будьте активны, мы для вас подготовим новогоднюю программу. Мы можем, конечно,
точно прийти и к вам, а можете и вы к нам прийти, это же будет круто. Если вы хотите встретить с нами Новый год, пишите нам обязательно в чат, будьте активными, и тогда вы, у вас очень много на самом деле возможностей, которых вы даже просто не знаете. Сейчас, Катя, начинайте. Говоришь о том, чтобы наши смотрители пригласить? Что-то. Они могут с нами встретить Новый год. Это охренительная идея, просто они безумная. Они даже не догадываются об этом. Да? Ты сказала, да, может, да, они могут сюда прийти? Да. Офигеть. Короче, пишите там в чате, да? Голосуйте, активно участвуйте. И на Новый год? Да. Охренеть, мы можем Новый год вместе отметить. Новый год в прямом эфире. У вас это будет впервые в жизни, я вас уверяю. Будет. У меня...